Лягте на ровную твердую поверхность. Вытяните руки вверх. Стопы расположите так, чтобы они были перпендикулярны полу. Вытяните левую пятку вперед и одновременно потяните левую руку вверх, не отрывая ее от пола. Повторите то же самое для правой пятки и правой руки. Все упражнение занимает 2 минуты. Далее наложите ладони друг на друга, согните руки в локтях и положите их под третий и четвертый шейные позвонки. Ноги сведите вместе, а стопы слегка разведите в бока. Двигайте стопы влево и вправо так, чтобы все тело вибрировало. –